На заднем фоне это их сделала Юля Лепин. Да, это группа Лепота, которая, к сожалению, не звучит, но присутствует в таком виде. Сергей, там 12-е, вот красные такие штучки, там мед отожми. Все началось. Пора. Стою. И мир остается.
остановился тоже. Я замерла, пытаясь растянуть отсутствующее мгновение. Но нет меня. Не я осталась тут. Стал белым синий март еще в апреле. «Зачем нам на лавре блуждающая подошва?» — сказал старпом. «Ничего не делает по хозяйству, только зорю и выбивает. Вот поймаю, нащекочу и выброшу за борт». «Попрошу ее не трогать», — сказал капитан. «Не так уж много на свете блуждающих подошв, охотно выбивающих зорю». «Ты мне приснился молодым, как будто мы играли птицу. Нам режиссер сурово выговорил, что выглядит неубедительно. Мы рассмеялись. Было весело махать руками в одеяле. У вас все получится. В крайнем случае, нет. Это не моя, просто все вставки не мои». Канатоходец жив. Идет среди звезд. Играет на скрипке. Сыпет шутки толпе вниз. Откуда ты такой, дорогой, любимый? Откуда такой? В цирке дрянь, дрязги, удачи. Звери смеются над антрепренером. Джессамин и шепот. Откуда ты такой, дорогой, любимый? Откуда такой? Может камушек изменить жизнь? Сохранишь его, убежав в город? Дорога, дорога, есть ли жалость? Откуда ты такой, дорогой, любимый? Откуда такой? Весной люди такие милые, улыбаются, перебираясь через сугробы. Выбраться из мимозы, лиц искаженных сумками. Розовые наушники транслируют Дженни Джоплин. Музыка поперек улицы. Вечер закончил город. Весна, фонари на синем. Вот мой поворот в подъезд. Выходя из вагона, не забывайте. Люблю разваливается, а нравится и не нравится. А Господь, усмотрев, что идем на молитву, говорит: «Евхаристии венок свит имя». На эскалатор вереница людей. Бог каждую бусину гладит по голове. Отец дочери, злая тварь, а Творец никому так не хочет сказать. Люблю разваливается, делается нравится и не нравится. Помните, как начиналось, как сами ломали все. Нота си. От латинского Sanctus Ioan. Святой Иоанн. Вздох солнца выбил стекла. Кривая линия сияет. В ладонях теплится весна. Быть целым. Понимаешь? Понимаю. Зонт куполом над человеком, над женщиной с синдромом Дауна. И бабочка, вокруг нее как музыка. И платье голубого света. И цвет сценический, весенним пастернаком. Влюбленным, любящим, взаимно и бесплодно. Белый, белый, белый. Кто-то говорит, здесь свадебная атмосфера. Кто-то спрашивает, это мать с ребенком? Нет, это я с тряпками. Это я с чужими мыслями. Боюсь через край любовь выплеснуть. Прикрываю тряпками. А любовь не там. Она внутри авокадо. Тянется к потолку. И поворачивается к свету, когда надо. Днем в окно, вечером к лампе. Мой любимый город в Чикаго. Завитушки викторианских башен и небоскребы. Юбки с каждым годом короче, но зато я ношу вас
фоном черный. Любовь — это подарение ей наушники цвета пинг. После того, как прожито 8 лет после венчания. Ведь они потрясающе смотрятся с черным. Аня. Сергей, открой 2 канала, а не 1. Сейчас будет последнее шестистручье. Самое время. Что погромче? И прибавим гитару. Сейчас грянем. Читать будем или что? Хочу с тобой поговорить. Большое всем спасибо. С праздником. Вот, приходите на пасхальный концерт. У нас будет сейчас, думаю, что очень хороший, но опять же, вряд ли многочисленный, так что слушатели нам всегда нужны. Мы постараемся, чтобы он был очень хорошим и насыщенным. А 28 апреля у нас будет сад творчества. Тут тоже очень, я думаю, любопытно. Вот, ну, сейчас все собираемся и идем домой. Вот. Кто может чем-то помочь, и кто знает, тот сейчас поможет. Кто не может, общаться будем на сотворчестве. Вот, приходите. Можно, кстати, параллельно. Спасибо.
Как по-португальски будет спасибо? Много не надо. Один можно снять. Ну да. Ну, что? Здесь можно. Короче, четвертый из этой серии.